В эти дни в Ставрополе отмечают 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Память защитников и освободителей города почтили у мемориала «Вечная слава». Напомним, в августе 42-го фашисты вторглись на территорию региона. За время оккупации края жертвами нацистов стали больше 28 тысяч человек. Освободили Ставрополь 21 января 43-го. В памятных мероприятиях принял участие и губернатор Владимир Владимиров. Пришли люди своим отношением показать, что они воспитывают своих детей на подвигах наших предков, что мы помним о подвигах наших предков, и что сегодняшний фашизм, с которым мы сегодня боремся, также будет повержен, как и 80 лет назад в городе Ставрополь. Практику курортного сбора могут внедрить и на другие территории Ставрополья. О расширении географии эксперимента говорили в правительстве региона. Губернатор Владимир Владимиров рекомендовал администрациям предгорного, Георгиевского, Минераловодского округов, а также руководству других территорий, которые принимают отдыхающих, разработать заявки на включение в эксперимент. Я попрошу всех внимательно оценить ситуацию. Мы можем не принимать решение там, по максимальной ставке, как по городам-курортам, но тем не менее, я думаю, что для вас был бы это неплохой опыт на развитие инфраструктуры именно для отдыха. У нас весь край фактически для отдыха. Направлять эти денежные средства. В Ипатовском округе отремонтируют больше 5 километров важной подъездной дороги. Речь об участке трассы преградная Тахта-Ипатово. Магистраль обновят с учетом тяжелых нагрузок, сообщили в правительстве региона. Работы планируют завершить до 1 августа по краевой программе развития транспортной системы. В больнице Кировского округа установили маневренный высокоточный рентген-аппарат. Новая техника позволит делать диагностику маломобильных пациентов прямо в палате и получать снимки на месте. Приобрели оборудование в рамках краевой программы «Борьба с коронавирусом и гриппом», сообщили в региональном правительстве. На это выделили 7 миллионов рублей. В Кисловодске строят новый дворец спорта. Там обустроят бассейн с трибуной на 800 мест, залы для занятий и буфет, сообщили в Минстрое региона. Современный трехэтажный корпус возводят благодаря нацпроекту «Демография» и краевой госпрограмме развития физической культуры и спорта.